Всем привет! И сегодня я вам покажу, как делать Гренни в игре Мэл Плейграунд. Берем яблочного Майлона, разбиваем его на гребешок, поджигаем его. Ждем, пока он умрет. Потом оживляем его. Одеваем на него внутри бороды. Останавливаем время. Ну, я точно как показано на видео. Одеваем на него на белую футболку. Даем ему в руки биту. И вот у нас получается Гренни в игре Мэл Плейграунд. Ну всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.